Обновленный надзорный орган презентовали сегодня в Мажилисе. Законопроект о прокуратуре вызвал у народных избранников немало вопросов. Ответ пришлось держать Андрею Кравченко. Заместитель генерального прокурора отметил, что одним из важнейших направлений в документе стало облегчение жизни предпринимателей и общественных организаций. В документе прописано сокращение количества проверок и нормы, когда подобные ревизии оправданы. Мы ожидаем совершенно обновленной прокуратуры, прокуратуры, которая будет современной, более профессиональной, которая будет работать в большей степени в рамках правозащитных функций граждан, сможет решить многие проблемы в практике правоприменения и в целом даст какой-то очень хороший такой посыл в изменениях вообще в целом правоохранительной сферы.